Я сделала серию частушек таких пролетарских. А вообще я люблю солененькие такие немножечко частушки. Правда, меня периодически пытаются за них посадить. Вот вырезано напрочь. Вот видите, у меня тут кусок. Это мне пришлось одну частушку вырезать. Почему? А знаете, какая была частушка? В общем, так, была, значит, эта палата номер 6 такая, знаете, вот как этот флажок такой. В середине сидела санитарка, звать-то Марка, так все было подписано. И рядом 6 наших политиков. Этих политиков сейчас уже никто не помнит. Там типа Брынзалова, Шахрай, сейчас про них уже не знают. А частушка была такая, значит, у меня 6 миллионов, все порядочные. 2 дурные, 2 шальные, 2 припадочные. Ну, из тех политиков только Жириновский остался. Любимый кот. У меня был кот Чубайс. Ой, как я его любила. Вот понимаете, вот тихий такой уют. Я очень люблю делать этно-украшения, украшения в народном стиле. И вот то, что вы здесь видите, это как раз вот украшения, сделаны по мотивам марийских народных украшений. А я сделала это так, чтобы это можно было носить в современном костюме. Пробовала там эту игрушку лепить из глины. Я пробовала дерево резать, но это отдельный разговор. Когда я дерево резала, там все думали, в Кунгуре гражданская война началась. Потому что я там ходила, знаете, голова повязана, кровь на рукаве, след кровавый стелится по сырой земле. Вот 32 года я в Кунгуре верой и правдой отслужила преподавателем. Преподавала историю искусства и историю народных художественных промыслов. Теперь, когда я вышла на пенсию, когда я стала свободна абсолютно от всех и от вся, вот я вот этому полностью отдалась.